Да. Итак, Юрий Алексеевич, мы с тобой уже очень давно обсуждаем и пытаемся провести тему антинаркотической кампании в нашем обществе, в Украине, везде, и в Николаеве, и в Украине. Мы произвели с тобой несколько, скажем так, инициатив, причем в разные органы власти, к общественности. Вот, ты ведешь там... И результат ноль. Не-не-не-не-не-не-не. Ты ведешь ВКонтакте большую работу, значит, там можно посмотреть, но оно не концентрируется. И вот в самом начале, когда я присоединился к этой идее, а идея твоя, я просто присоединился, потому что она мне понравилась, то я видел, как ее развитие. Я видел развитие, что мы должны в городе Николаеве создать социально-компьютерную сеть на сети передачи данных «Дикий сад». Я объясняю для тех, кто немножко с этим делом не сталкивался, в чем дело. Значит, сети передачи данных внутригородские имеют возможность для внутренних своих членов сети давать возможность обмениваться внутри сети на безграничном трафике. Это позволяет гонять любые фильмы. Ты заметил, как на Ютубе там, или везде? Там 10 минут — это уже суперфильм. Это бластер, как это называют. Вот. Поэтому я видел, что эта идея должна получить каналы достижения умов, чтобы мы туда накачивали информацию, и чтобы она начинала там оставаться в людях. Потому что для того, чтобы кто-то идеей овладел, ее нужно человеку сказать, повторить в разных ракурсах 20 раз. Это мы знаем по Шаталову Федоровичу. Такие 20, да? Не 20. Схема 20. Не-не, 20. Он 18 раз повторяет, а в очень давней рекомендации по рекламе, я, может, уже говорил, 1861 года, которая была опубликована, это маленькая заметочка, в первом номере губернской недели была такая газетка, может, она есть. Хорошая газета. Вот. Что нужно домохозяйке сказать 20 раз об одной и той же вещи, чтобы она ее купила. Поэтому этот закон 20, он связан с чем? С тем, что любая идея, она должна проникнуть из сознания, будучи осознанно, подсознание, откуда ее уже никак не выковыряешь. Ну, это как в гипнозе, да? Вот если загипнотизирован или там закодировали человека, то его раскодировать может только тот, кто закодировал. Но социальное кодирование... Это получается, что я сейчас кодирую. Да, но результат кодирования, он зависит от интенсивности, он зависит от... Интенсивность что такое? Чтобы тактовая частота должна быть, чтобы не успели забыть, понимаешь? Или там, чтобы этот эффект не рассосался. Ну, как любая цепная реакция, она должна идти в расходящемся состоянии. Так вот, как теперь оказалось, то есть ты сказал, что ничего не получилось, результат ноль. Ничего подобного. Мы с тобой занимались инновационной идеей. А что такое инновационная идея? Это то, что такое инновация. Это то, что вообще нигде не было. Или то, что никогда здесь не встречалось, то есть не было. То есть первая — это кардинальная инновация, вторая — это инновация модифицирующая, ну, технологическое заимствование. Но дело в том, что с чего же мы начали с тобой? Мы-то начали с того, что Украина там первое, Украине дали первое место в мире, хотя и 41 страны, по детскому пьянству, алкоголизму, там, зависимости. По пьянству. Да? Это меня очень задело, потому что на самом деле оно не так. Спасибо всемирно. Здравствуйте, Мурочка. Перепугала ты меня. О. Да. Чей это кот у вас? Наша. Это не кот, это кошка. Мурочка. Блин, она меня перепугала. Да. Значит, смотри. Нужно отдать должное и поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения, что она запустила такой мониторинг. А вот что касается доброкачественности его производства, это другой вопрос. Но этим должна была озаботиться громада. И мы должны были бы так себя проверить честно. Ну, вспомни, я тебе сколько раз говорил, что нужно сделать такой мониторинг, понимаешь, честный, абсолютно честный. Потому что если мы, например, начнем проводить мониторинг по школам, да, вот тайное голосование, но в школе, ученики никогда правду не скажут. Значит, нужно проводить общегородской референдум, детский, предположим, и также и взрослый, чтобы все пришли и тайно, как говорится, тайно, безлично, а эту проблему охарактеризовали с разных сторон. Вот. Я думаю, никому, в принципе, по большому счету, с руководством
Никому это не надо, не сказал. Ну, я болтаюсь, блин, у них как под ногами. Юра, как... опять же, дело в том, что здесь работает правило трех гвоздей, о котором я тебе тоже говорил. Что и тут ты уже на втором гвозде. Ты помнишь, первый гвоздь, он ушел просто с приема. Второй ему позвонил замминистра и сказал, ты ж почему там это, новое введение какое-то тормозишь. Он перевесил на второй гвоздь. Третий гвоздь, он, газета «Правда» опубликовала, ну, как при советской власти, газета «Правда» опубликовала передовую статью, вот в таком-то министерстве, такие ретрограды, они вот такое нововведение, не допустим. Он говорит, вот на третий гвоздь я перевесил, вот с этим я буду работать. Чтоб ты понимал, значит, бюрократ это великое создание. Это великое создание. Это бюрократия, это тоже коллективный мозг. Очень важный коллективный мозг. Он работает по своим законам. Он работает так, что ты инноватор. Вот если ты сам собой не управляешь и не управляешь теми обстоятельствами, которые ты должен внедрить, то извини, а что тебе? Я ж тебя не буду за тебя делать, да? То есть здесь мне нужно, как говорится, сильно ну, кивать, что начальство меня не поддержало. Значит, не дотянул. Не дотянул. Ну, перед Господом Богом мы же должны как-то отчитаться. Так вот я возвращаю, что дело не в том, что и начальство, оно стоит перед какого. Оно лучше знает, лучше нас с тобой знает людей. Оно знает отлично, что людям это не нужно, что люди, те, которых это не коснулось, они безразличны. Тех, которых оно коснулось, они бессильны, они не верят ни во что. И все пошло. То есть нет вот этой самой инициативы, энергии, которая бы через осознание проблемы сплотила людей. И то, что мы с тобой задумались, что должны были всем миром пуститься против этого зла. Конечно, я так и думал, весь мир. Так вот, слушай сюда. Значит, дело в том, что наш социум, так называемый, да, хотя его нет, ну он всегда есть. У нас нет народа, есть население, да? У нас нет города, у нас есть территория, у нас нет государства, у нас тоже есть территория, ограниченная определенными границами, там, какими-то флагами, там, международными какими-то правилами, обязательствами, но у нас нет, значит, я тебе напомню, что в Финляндии на 6 миллионов, ну, могут ошибиться, 5-6 миллионов населения, у них от 200 до 300 тысяч общественных организаций. Это исключительно плотная социальная сеть, подчеркиваю, это люди, связь людей, прежде всего. Там одни рыбок выращивают, другие там котов выращивают, но они связаны между собой, и между ними еще проходят связи межгрупповые, которые позволяют сказать, что в Финляндии, да, есть социум настоящий, есть народ Финляндии. И поэтому Финляндия занимает в течение там, последних 10 лет первые места в первой пятерке, места по конкурентоспособности. Вот тебе и все, случайностей-то нет никаких. Вот. Поэтому я возвращаю к зрелости нашего социума. Да, вот тебе понравилось про мазут, я другой еще пример могу тебе привести. Значит, в инновационном процессе что важно? Что процесс уже подготовлен к тому, чтобы он пошел. То есть должна быть обеспечена какая-то необратимость процесса. Но социальная среда должна быть готова к этой цепной реакции. Берем, значит, газ, вот там, или, например, бензиновый, пары бензина. Ну, как с ними нельзя обращаться? Ну, нельзя даже иногда даже просто там от электрической искры, от трения рубашки. Вот в эфире сгорает человек, парах эфира сгорает человек от искры, которая с синтетической одежды слетает на человеке. Он сгорает, чтобы нужно было понять. Вот. А что касается дальше, так о чем разговор? Значит, а, и чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем хуже. Да проходи, не пусть. Вот. Значит, паров нет у нас. То есть социальной готовности населения к осознанию этой идеи. Да? Тем более к борьбе с этим злом. Потому что я в инновационном процессе есть там несколько ступеней. Выслушал, понял, поддержал и выдержал. Причем между каждой ступенью там 10 или 100 раз разница. И вот это и отваливаются людей. Все, ой-ой-ой, хорошо. Потом выслушал, понял. Уже 10, слушала тебя 1000, там 100, 10, а потом остался один. Назад ты уже не можешь это сделать. Нет, что мне делать дальше? Уже так устал, блин, от этого. Нет. Значит, не останавливаться. Вещи. Не останавливаться. Я тебе уже, я кому-то читал это, и тебе, может, повторю. Мы спорим иногда устало, линясь с позиции сдаем. Прав, кто во что бы то ни стало, настаивает на своем. Велик, кем прочно овладело, одно все прочее поправ. Упорствующий до предела, почти всегда бывает прав. Потом, там бывает иногда очень такой феномен очень плохой для инноватора. Песня народная, слова народные, да? Уже забыли, уже начали петь и забыли автора. Как и здесь получается, но Господь Бог
все записует, все видит, все записует, как говорят в этом всем, в описании. Вот. Поэтому твое... Это у меня, что ли? У меня. Тебя, ладно. Вот. Поэтому, если ты этой идее предан, то ты ей предан по-настоящему, значит, независимо от того, какие у тебя результаты, ты должен знать и видеть, что это, ты занимаешься делом богоугодным, потому что Господь Бог не завещал нам курить, пить, там, колоться и вообще иметь зависимость любую, не противоестественную. Какая божественная линия? Это творчество, развитие, духовность, здоровый образ жизни, здоровое поколение. А какое может быть здоровое поколение, когда там тот пьет, тот курит, тот женщины сейчас курят вообще, возле грудничка стоит и курит. Ну вот ты же рассказывал мне эту историю, да я и сам знаю. Вот как это можно так? Но в Америке борьба против курения – социальная задача. Социальная задача, и они потому к нам и пошли сигареты, что из Америки их вытеснили, а они к дуракам их бросили. Вот. Пришли к нам энерджейджеры, и пиво пришло. Почему? Потому что миром правит прибыль.